Боже, чертополох монстр. Хм-мам. Пчелка, возьми газонокосилку и скоси чертополоха. Заметана. Мое крылышко помяли. Я не могу летать. Мэм. Рукавчик, подкинь меня к чертополоху. Хорошо. Like a cut, G. Ух, вот вы и выполнили последнее испытание. А на этом все. Всем удачи и всем пока. Ну что же будет с чертом? Всем удачи и всем пока. We'll be right back.
Какого чёрта, Полоха? Опять ты? Что ты тут делаешь? Ты мне в прошлый раз не помог и сейчас не помогай. Мне сейчас вообще не до тебя. С кем он говорит? Что? О, кажется, у меня появился план. Это интро длилось так долго, что я забыл свой план. Окей, план Б. Окей, ближе, ближе. Слишком близко. Окей, нормас. О, нет. Зеленый. Есть доказательства? Не. Так значит, чертополох сейчас на орбите? Да. Окей. Кажись, она это... высосала всю злую энергию из меня в себя. Молодец, пчеля, так держать. Чертополох, смотри, у тебя еще остались рога. О, ну круто, чего тут еще сказать? Я надеюсь, что пчели все будет хорошо. Ой, а куда она подевалась? Эй, газонокосилка, чертополох уже поврежден? Погась. Ну, теперь вы все можете идти по домам. Но врать не буду. Все это было очень весело. Чего? А где приз? Мы что, еще зря чертополоха побеждали? Призом может быть наша теплица. Поскольку пчеля куда-то не отлучилась, приз получишь ты. А что насчет самого чертополоха? Почему он заставил нас принести ему шаманские картофельные, а потом благодаря им превратился в монстра и начал все крушить? Это все произошло из-за самих картофелин. Я слышал их голоса у себя в голове. Ха-ха-ха! Чертополох, ты такой смешной! Thank you.
Thank you.